Здрасте всем. Сегодня мы будем Рыжика чесать. Он уже готов к процедуре. Да-да-да, твое. Куда ж? Я чешу против шерсти. Вон. Этого бормота. Главное нам попу вычесать. А вот с нее сколько лезет. С жопы твоей, Рыжик. Лезет куча шерсти. Особенно вон в жопу. С боков. Раньше лезла вот с этих боков. Линяет очень сильно. Но я думаю, ну, как бы это маленький... Стой! Во-во-во-во! Вот шерсти целая куча. Дик, ты полностью лезешь. Да, фу. Я тебя почесать хочу. Тебя мучить не собираюсь. Нафиг ты мне 100 лет укакался. Чтоб тебя мучить. Вон. Жопень твоя. Красивая очень. Все, почесали твою жопу. Все. Это такое вот маленькое это... Видеообзор. Просто мне с планшетом чесать его не очень удобно. Вот. Это вот наша шерсть за лето, ну, за этот месяц. И за, ну, где-то за конец апреля и май. Вот. Столько шерсти. Прям это. Вяжи не хочу. В собачьей шерсти можно сделать там, ну, пояса теплые, носки. Ну, как бы, если бы, кстати говоря, хорошо ценятся они. Но так как мы не можем это делать, приходится вычесывать. Выкидывать нельзя, потому что мыши съедят. Что это? Ты уже в грязи искупался, да? В общем, это вот такой вот маленький видеообзор. Спасибо вам за внимание. Всем пока.